Добрый день, связи Таня Крафта. Сегодня у нас на обзоре Toyota Wish. 2010 год, белый цвет, бензиновый двигатель объемом 1,8 литра, 144 лошадиных силы, АКПП, передний привод, литые диски, хорошая резина, пробег 63 тысячи километров, имеются ветровики, спойлер, салон темный, ухоженный салон, не прокуренный, три ряда сидений, климат-контроль, кондиционер, спорт по режиму мультимедиа, рулевые лепестки, антиюз, электрорегулировка зеркал. Пройдемся по ЛКП. 99, 95, 100, 81, 108, 89, 96, 90, 94, 128.